Картина Джорджоне Юдифь написана предположительно в 1504-1506 годах. На холсте мы видим прелестную молодую женщину, которая одной рукой непринужденно держит грозный меч, другой придерживает свой хитон. Женщина едва уловимо улыбается, она погружена в свои мысли. Стройная нога Юдифи покоится на отрубленной ею же голове. По легенде, благочестивая вдова втирается в доверие к военачальнику Навуходоносора, Алаферну, который с огромным войском взял в осаду ее родной город. При первом удобном случае вдова обезглавливает предводителя врагов, спасая этим свой народ. Картина Джорджоне «Юдифь» – это полотно, которое не может оставить равнодушным. Умиротворенная женщина и природа, что открывается за ее спиной, резко контрастируют с отрубленной головой Алаферна. Художник явственно показывает, как Юдифь оценивает свой поступок. Спокойствие и чувство выполненного долга отражены на лице героини. Нежная и очаровательная Юдифь заступилась за свой город, и убийство врага никак ее не изменило. Она осталась такой же благочестивой. Так преподносит нам это Джорджоне. Когда в 1772 году в составе парижской коллекции Кроза картина была приобретена для Эрмитажа, считалось, что создал ее Рафаэль. Кому же еще, как не самому знаменитому художнику Возрождения, можно приписать столь прекрасное творение? До сих пор творчество создателя Юдифи не полностью изучено. Женщина, изображенная на картине Джорджоне, похожа на античную Венеру. От средневековой статуи легкий наклон тела, напоминающий латинскую букву «С». Также, чуть улыбаясь, держа в руке атрибуты, которые должны раскрыть смысл изображения, стояли у стены порталов готических соборов каменные скульптуры, олицетворяющие добродетели или пороки. Но ее безупречная красота напоминает богиню Олимпа. Героический сюжет Юдифи созвучен тому времени. Обычно художники и скульпторы изображали Юдифь в момент убийства Алаферна или когда она возвращалась из лагеря врагов, а девушка, следовавшая подаль, несла голову. Но у Джорджоне она совершенно спокойна и пребывает в задумчивости. Некоторые известные ученые-реставраторы утверждают, что Джорджоне придал свои черты Алаферну. Кажется естественным, что в природе с таким неповторимо радостным обликом должны были рождаться художники, у которых чувство цвета было в крови. Венеция подарила миру величайших живописцев – Тициана, Веронезе, Тинторетто, Тьеполо. Но первым среди них по времени был Джорджоне. Именно он осознал тесное взаимодействие цвета и света. Красное не всегда красное. В зависимости от того, как распределяется свет на полотне Юдифи, оно кажется то нежно-розовым, то вино-вишневым, там, где в складках залегают глубокие тени. Полированная сталь меча также неоднородна по цвету. На ней вспыхивают розовые отсветы от соприкосновения с тканью платья или ложатся зеленовато-серые отблески там, где острие меча, воткнутое в землю, соседствует с травой и гравием. Увидеть и передать цветные тени – великое завоевание живописи. Складки одежды Юдифи напоминают высеченные в камне одеяния средневековых статуй. Детали не мешают воспринимать главное, но переданы они с тщательностью, свойственной еще мастерам 15 века. Каждая травинка – камень, трещины на складке стены, вьющийся плющ изображены подробно с любовным вниманием к разнообразным проявлениям форм природы. Поэтическая недосказанность произведений Джорджоне будоражит фантазию.
настраивает на эмоциональный лад, который часто достигается музыкой или поэзией. Еще Вазари упоминал, что современники ценили Джорджоне не только как художника, но и как музыканта. Музыка постоянно присутствует в картинах Джорджоне. Он любил изображать концерты, но даже там, где в руках персонажа нет ни нот, ни инструментов, живет музыка. Юдифи мелодично создается красотой форм, цвета пейзажа. Современники Джорджоне утверждали, что именно этот мастер первым внес строгий венецианский стиль того времени – романтический лиризм. Герои его полотен демонстрируют эмоции, их настроение и переживания сразу улавливаются ценителями. Живописец смело давал новое толкование тому или иному событию, послужившему сюжетом для его картин. В картине Джорджоне Юдиф легенда нашла и свежее прочтение, и исполнение. В 1972 году была окончена реставрация Юдифи. Под старым лаком открылась первоначальная цветовая гамма. Выявились детали, скрытые поздними записями. Плющ на стене, кустики растений. Оказалось, что на втором плане изображен не голубой залив, а зеленая равнина. Удалось установить первоначальное назначение произведения. Основой Юдифи служила когда-то деревянная доска. В XIX веке картину перевели с дерева на холст. Сбоку на доске имелись петли. Значит, картина являлась створкой алтаря. Рентген показал, что на поверхности картины есть квадратная вставка, сделанная на месте старой замочной скважины. Узкий формат картины 144x65,5 петли говорят о том, что изображение украшало дверцу шкафа. Во времена Джорджоне живопись перестает быть достоянием только церкви и становится частью светского интерьера. В этом тоже проявляются новые веяния эпохи Возрождения. Только в конце XIX века удалось установить имя подлинного создателя Юдифи – Джорджоне. И Эрмитаж стал одним из немногих музеев мира, которые обладают двумя произведениями замечательного венецианского мастера. Кроме Юдифи в Эрмитаже находится еще одна небольшая работа Джорджоне – «Мадонна с младенцем».